Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Россия! Привет, страна! С праздником, дорогие соотечественники! С Днем России! Друзья, нам невероятно радостно видеть здесь, у стен Древнего Кремля, так много юных лиц. В этот день мы с особой силой чувствуем себя сплоченным и непобедимым народом. События последних месяцев стали серьезным испытанием для всех россиян, но мы с вами знаем. Народ России испытание это выдержит достойно, выдержит с честью. Сегодня мы с вами перелистнем страницы героического прошлого России, расскажем о славных победах русского оружия и о нашей великой культуре. Вспомним важные юбилейные даты в истории страны. Будем праздновать вместе, всей страной, всем народом День России. И откроет наш праздничный концерт народный артист России Николай Басков и детский музыкальный театр «Домисолька». Объятия рощи березовой теплее любых дальних стран, и детство под летними грозами я в памяти часто листал, и все дневники моей памяти приводят к родной стороне, и где б ни летали, ни плавали, дом лучше на земле. Руки обнимаю, гордость моя, сила моя, ты, Россия, лишь одна такая. Пусть снова судьба нас забросила на земли без русских имен, но вновь через страны, как музыка, летит златоглавый звон. Я слышу тот звук спасительный и знаю, что все хорошо, и ангелы наши хранители все крутят времен колесо. Это небо глубже океана, я, раскинув руки, обнимаю. Моя сила моя, ты, Россия, лишь одна такая. Это небо глубже океана, я, раскинув руки, обнимаю. Гордость моя, сила моя, ты, Россия, лишь одна такая. Ты, Россия, лишь одна такая. С праздником, страна! За великую Россию! Ура! Россия! 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 Великая история! Великое прошлое и великое будущее. Самое главное – открыть сердце по-настоящему.
Любовь к своей родине, любовь к каждому из нас. Дружба, поддержка и сплоченность – в этом и есть сила русского великого народа. Эхо прошедшей войны. Она все еще звучит в наших сердцах. 80 лет назад завершилась битва под Москвой. И это была первая большая победа нашей армии в Великой Отечественной войне. Священные слова «Москва за нами» мы помним со времен Бородина. В народной памяти навсегда останется подвиг наших воинов. Именно они спасли нашу страну от коричневой чумы, от фашистской силы темной. Они сражались за Родину, за мир без нацизма. Народный артист России Сергей Шакуров. С чего начинается Родина? С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Праздника. Сергей Шакуров, спасибо. Ровно 260 лет назад на российский трон зашла императрица Екатерина II. При ней держава приросла новыми землями. Были построены сотни городов. Приумножилась казна, бурно развивались промышленность, сельское хозяйство. При Екатерине впервые в России были введены бумажные деньги. И по ее инициативе была проведена первая вакцинация от оспы. Вот как благотворно подействовало на нашу страну в 18 веке женское правление великой императрицы. И в продолжение этой прекрасной темы на сцене народная артистка нашей страны Ирина Аллегрова. Мы все когда-нибудь поймем безропотно, оставим имя и альбом неопытным и будем с ангелом вести единственных истинно.
Растопит солнце снова льды на Ладоге. Родятся новые цветы и радуги. Ну а пока незримо вьется эта нить. Надо жить, надо жить, надо жить и любить, и верить простым словам. Жить и любить не впрок и не пополам. Надо жить вопреки. Чтоб последнюю осень, миг, когда спросят, было бы что сказать. Мы все когда-нибудь простим безвыходно. Нести с собой обиды дым невыгодно. Так легче плыть от берега до берега. Эврика. Затри, смеясь, пророчества неточные. Лишь в поднебесье все часы бессрочные. И вот пока незримо вьется эта нить, надо жить. Что сказать? Аллегрова, браво, спасибо. Россия! А еще при Екатерине Великой в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру Первому. Надпись на монументе гласит: «Петру Первому, Екатерина Вторая, лето 1772 года». Так что у «Медного всадника» в этом году большой юбилей – 250 лет. Памятник Петру навсегда стал символом северной столицы, одного из самых красивых городов мира. В нашем праздничном концерте замечательный гость из Санкт-Петербурга – народный артист России Александр Розенбаум. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей,
я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей из города дождей, мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать домам знакомый с детства вид и снова снять леса со Спаса на крови. Но снимая фраг, детище Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу успеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе да полей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей из города дождей, мы мазаны одним миром. Праздником! С Днем России вас! Только вперед! Всегда! С праздником! Александр Розенбаум, браво! Народный артист России! С праздником! Красная площадь, Москва, Россия. Как дела? Молодцы! Россия – страна великой культуры. Историческому музею, у стен которого мы находимся, в этом году исполнилось 150 лет. А еще мы отмечаем юбилей двух наших всемирно известных художественных музеев. Это Государственный Эрмитаж в Петербурге и Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. И эти музеи – гордость России. Их коллекции по своей художественной ценности не уступают собраниям самых знаменитых музеев мира. О всемирной отзывчивости русской души говорил великий русский писатель Федор Достоевский. И вот сейчас прозвучит песня «Русский вальс» Александры Николаевны Пахмутовой в исполнении Аглаи Шиловской, Глеба Матвейчука и Государственного театра танца «Гжель». Встречайте! Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые, вера моя, совесть моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей пурги. Русский вальс,
моя Русь, горе и грусть, звезды твои седые. Издалека я возвращусь, песни твоей, Россия. Все позабыв и не скорбя, можно прожить вдали. Но без тебя, но без тебя нет у меня любви. Русский гость, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг, годы прошли, годы разлук. Любовь, праведных слов буду беречь, Россия. Вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу в мраморный зал белой твоей курги. Вальс, трепетный круг, солнце и вьюг. Милый друг, годы прошли, годы разлук. Милый друг, годы прошли, годы любви. Русский вальс, нашу любовь благослови. Россия, вперед! Молодцы, спасибо большое! Россия! Россия! Начинается. И сотня экспертов. Все готовы? Исполнитель набирает 100 голосов! Зажигать новые звезды. Давайте сохраним интригу. А вот что будет дальше? Ну-ка все вместе. Новый сезон. Скоро. Только на канале «Россия». Друзья, помните девиз из книги «Два капитана» Вениамина Каверина? «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Прототипом капитана Татаринова из этой книги был знаменитый русский путешественник Георгий Седов. В истории России Седов остался примером мужества, благородства и офицерской чести. Мечты о далеких путешествиях и смелых открытиях очень важны для новых поколений. Молодым нужно только помочь взлететь. На сцене участники всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Встречайте! Вокальное трио Арина Шарова, Майя Лазарева и Артемий Хрущалин. Баян и балалайка Дмитрий Ергин, Максим Самсонов. А за роялем Лев Бакиров. Прозвучит попурри на тему знаменитых песен композитора Александра Зацепина. У
белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Каске скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Танцуют все! Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но все где-то был за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Блестящие Браво! Воспитанники «Синей птицы» Лев Бакиров, Артемий Крущалин, Арина Шарова, Майя Лазарева, Дмитрий Ергин, Максим Самсонов. «Синяя птица» помогает взлететь. Браво! Браво! Молодцы! Молодцы! Согласитесь, дорогие друзья, мы с вами счастливые люди. Мы сегодня находимся в самом центре нашей столицы, на Красной площади.
А как известно, от Кремля начинается земля. А вот знаменитые строчки Михаила Лермонтова. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». «Люблю священный блеск твоих седин, этот Кремль зубчатый, безмятежный». Ну как воспеть эту землю? Ну, конечно, в песне встречайте народная артистка России Лариса Долина. Еще
Браво, Лариса Долина. Спасибо. Красная площадь, Москва, как настроение? Молодцы. 1147 год. Ипатьевская летопись. Самое первое упоминание о Москве. Вот как оно звучит. «И прислав Георгий к Святославу рече, прииди ко мне, братья, в Московь». Ну, с тех пор прошло много лет, и посмотрите, какая сегодня Москва! Красивая, сильная, молодая! Сейчас, друзья, прозвучит песня, которую мы будем петь все вместе. Солист, замечательный оперный певец, заслуженный артист нашей страны Оскар Абдразаков. И вместе с ним Государственный камерный хор Республики Татарстан. Этот коллектив – один из победителей всероссийского конкурса «Битва хоров». Конкурс этот собрал сегодня на Красной площади лучшие хоровые коллективы России. Красная площадь, Москва, Россия. Готовы петь все вместе? Подмосковные вечера. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится, и не слышится. Оскар Абдразаков. С праздником! С праздником, Россия!
Еще одна дата, очень важная, но, может быть, не самая известная в русской истории. 450 лет назад произошла битва при Молодях. В ней, южнее Москвы, наши войска разгромили крымского хана. Битва при Молодях укрепила независимость и единство Руси. Среднее и Нижнее Поволжье остались за Москвой. Ну а вскоре был заложен город Воронеж, и началось освоение богатых черноземных земель. Друзья, изучайте нашу историю, читайте хорошие и правильные книги и, конечно, любите Россию. На нашей сцене Дима Билан и шоу-балет «Тодес». Здравствуйте, родные, любимые, приветствую вас! С Днем России! Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем мы этот мир перевернем, с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Нужны! Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Друзья, если вместе! Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь. Держи, ай! Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь. Держи, ай! Yeah! А если вы сейчас, а? Скажи, зачем нужны нам эти люди? Нужны, а мы не... Ай, как круто! Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Держи, держи, а вы? С Днем России! Спасибо, Дима Билан. Спасибо, Тодес. Герои спорта. Я могу говорить о них бесконечно, но сегодня
Хотел бы сказать о величайшем хоккейном вратаре 20-го столетия, о Владиславе Третьяке. Его юбилей мы отметили в этом году. Владислав Третьяк – единственный советский игрок, участвовавший в 4 Олимпиадах. Он завоевал, вдумайтесь, 90 медалей, в числе которых 3 золотые олимпийские, 10 золотых наград чемпионатов мира. Невероятно! Великий спортсмен и потрясающий человек. Для тех, кто преодолевает себя, кто делает наш мир лучше. Следующая песня. Встречайте, народный артист России Стас Михайлов.
праздником! Блестящий Стас Михайлов! Спасибо! Еще в этом году юбилей Бородинской битвы – 210 лет. Лев Толстой считал, что это историческое сражение стало нравственной победой русского оружия. А я хочу добавить, что многие битвы и войны, в которых участвовали русские воины, заканчивались не только военной, но и нашей нравственной победой. Так было в 812-м, так было в 45-м, так будет и впредь. Встречайте, друзья! Победитель конкурса «Битва хоров» акапелла группа «Супермотив» Санкт-Петербург, шоу-балет «Тодес» и заслуженная артистка нашей страны, очаровательная Зара! Наполнен цветами и красками, и грусти, несмотря.
мир вашему дому. С Днем России, мира и добра! Спасибо, фантастическая коллаборация. Зара, супермотив, Тодес, молодцы. Россия, как мы любим. Россия, Россия. Когда князь Александр Невский на Чудском озере разгромил крестоносцев, ему было всего лишь 22 года. Князь Александр Невский, государственный деятель, полководец и святой. В каком-то смысле, друзья, он наш современник. Его наследники – наши нынешние герои. Врачи и строители, спасатели и военные, артисты и спортсмены. Кто не побоялся помогать народу Донбасса, не уехал из страны, не струсил перед санкциями, кто не стыдится называть себя русским человеком. Мы русские, с нами Бог! Сейчас прозвучит песня, которая называется «Молитва». На сцене заслуженный артист нашей страны. Сергей Лазарев. Долгой музыкой дождя день над нами проплывает, и возвратить его нельзя. Он смолкнет и растает долгой музыкой дождя. Свой привычный круг друзей с теплой грустью вспоминаю. В водовороте шумных дней все больше я теряю свой привычный круг друзей. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. И терпение одолжи против зависти и лжи, зависти и лжи. Время словно карусель, закружить легко нас может, и блеском призрачных огней покой и сон тревожит. Время словно карусель. Сколько в сердце свежих ран от измены, сожалений. Но никому я не отдам надежду, путь к спасению. Никому я не отдам. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. Жалеть.
души. Спасибо огромное! С праздником! С Днем России! Давайте вместе! О Боже, дай мне сил, что за дух ни о чем не сожалеть. О Боже, дай мне сил и терпение одолжи против зависти и лжи. Дай Бог всем здоровья! С праздником! С Днем России! Браво, браво, Сергей! Прекрасные слова! В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого. Благодаря своему полководческому таланту, мастерству дипломатии и дару политического предвидения Петр I расширил территорию России, преобразовал армию и флот, основал Академию наук. А Российская империя стала главенствующей в Европе. Петр Великий круто изменил ход российской истории. Плоды его трудов мы видим в нашей сегодняшней жизни. От Волги до Енисея. Группа Любэ. От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, а милым улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская мечтательная льется рекой. От Волги до Енисея ногами через километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами через километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Молодой от души старается, а над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь бревенчатая, песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами через километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Горы до степи, Россия.
моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Браво, Николай Расторгуев, группа Любэ, молодцы. Состоялся спуск на воду первого военного корабля в России. И это событие ознаменовало начало создания российского флота. Наши предки потом и кровью создавали величайшую в мире страну, непобедимую военно-морскую державу. Люди великой воли и великой любви к родине. Они увековечены в памяти поколений и, конечно же, в наших песнях. Сейчас прозвучит песня, которая называется «Адмирал». На сцене группа Любэ и Виктория Дайнеко. Море прячется за туманами. Небо серое, в тучи рваные, за горизонт вдали. Караван идет, расчищая путь, этот минный след нужно обмануть. За нами корабли. Тут приказ матросы, ждет сигнал адмирал. И готовый сорваться вперед ураган. Синее море, закаты до боли. Синее море и запах дождя. Пред боем. И письмо от любимой он снова читал. Лишь три слова: останься в живых, адмирал. Дрожит вода, и гудит вода, залп за залпом град минного огня. И с нами адмирал. Море и война, и любовь одна, мы поднимем флаг, грянем мы. Как молитву слова. Лишь три слова: останься в живых, адмирал. Синее море, закаты до боли. Синее море и запах дождя. Боя. Он письмо ее снова и снова считал. Лишь три слова: останься в живых, адмирал.
нежностью я думаю о вашей жизни. И если б знали вы, я все бы отдала за то, чтобы увидеть вас, услышать, прикоснуться к вам, мой милый. Мой адмирал, я точно знаю, что когда-нибудь мы будем вместе. И если не на этом свете, то на том, мой адмирал, я буду ждать тебя, я буду ждать всегда. Три слова, останься в сердцах, адмирал. Браво! Виктория Дайнеко, Виколай Расторгуев, группа Любэ. Спасибо. Друзья, наш президент сказал, границы России нигде не заканчиваются. Я уверен, космос — это тоже Россия. Именно мы открыли его первыми для всего человечества. Именно в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли. И первый человек в космосе тоже был наш соотечественник. Юрий Гагарин. Да, это был коллективный подвиг народа. Ученых и конструкторов, инженеров и строителей, рабочих и военных. Так началось и по сей день продолжается наше лидерство в мировой космонавтике. На сцене заслуженный артист России Григорий Лепс. Всем добрый день! С праздником! Днем России и Святой Троицы! В году мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто. Я счастливый, я не вру. Только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою, я просто. Я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто. Я счастливый, я не вру. Yeah!
Спасибо. Григорий Лепс, спасибо. В истории России не было легких времен. Давайте низко поклонимся сотням тысяч волонтеров, которые во время эпидемии работали в красных зонах, заботились о наших детях, о наших стариках. Многие из них сейчас помогают жителям Донбасса. Восстанавливают инфраструктуру, оказывают психологическую помощь взрослым и детям. Российские регионы взяли шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик. И все это делается ради любви к тем, кого мы называем близкими, родными, соотечественниками. Сейчас прозвучит настоящий гимн любви. На сцене народный артист России Николай Басков. Басков. Ну что, зажжем? Все руки наверх! Право-лево! Эй! С днем России! С днем России! Ой-ей-ей! Все! Мы прошли 100 дорог с тобой вместе и смотрели друг другу в глаза. Я могу дописать эту песню, но куда-то теряю слова. С мыслями об одном, сердце горит огнем. Как мне прожить без тебя? Ну кто сказал тебе, что любви не бывает? Дети играли в любовь. Бог тебя наделил этой властью, чтоб спасать этот мир вновь и вновь. С мыслями об одном, сердце горит огнем. Как мне прожить без тебя? Ну кто сказал тебе, что любви не бывает?
счастливы, храни всех Господь. И с праздником Троицы сегодня! Пускай исполнятся все мечты. До встречи, люблю вас! Как известно, Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Но хочу сказать о знаменитых предках Пушкина – Ганнибалах. Абрам Ганнибал – российский военный инженер. Прадед поэта был сыном чернокожего африканского князя, служил Петру Первому. Его сын Иван Ганнибал уже при Екатерине Великой стал основателем и строителем новороссийского города Херсона. Вот так все переплетается в нашей истории. Сейчас прозвучит песня, в каждом звуке которой мы слышим красоту родной земли. На сцене победитель конкурса «Битва хоров», народный хор «Соловейка» из Курской области, театр танца «Гжель» и народная артистка России Валерия. Но слава их высока.
Жель, Соловейка, Валерия, браво! С праздником, любимая страна! Еще одна памятная дата. 160 лет назад была основана Санкт-Петербургская консерватория, первая в России. В ней учились Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Сейчас на Западе хотят отменить русскую культуру, запретить наших композиторов, писателей, артистов, сделать вид, что нас с вами не существует. А мы были, есть и будем! На нашей сцене концертный хор «Перезвоны» из Санкт-Петербурга, победитель проекта «Битва хоров» и выпускник славной Петербургской консерватории, народный артист нашей страны Василий Герелло. Я люблю тебе жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебе жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. Звони каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли, тебя защищая. Как легко и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Весеннего гимна. Я люблю в себе жизнь и надеюсь, что это взаимно. С праздником, страна! Ура! Суперзвезда мировой оперы Василий Герелло и такие замечательные, спасибо, талантливые дети. Спасибо. Молодцы.
Дорогие друзья, мы по праву гордимся нашей страной. Гордимся ее историей и ее героями. Сегодня прозвучало много наших любимых песен, но осталась еще одна. Самое главное, ее слова заставляют вставать многотысячные стадионы. С ними засыпает и просыпается многомиллионная страна. Сейчас прозвучит гимн России. На сцене участники нашего концерта. Сводный коллектив Всероссийского конкурса «Битва хоров» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Юрию Башмету сегодня в Кремле президент Владимир Путин вручил медаль Героя труда. Поздравляем! Россия, будь всегда красивой, могучей и непобедимой. С праздником, друзья! С Днем России! России! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Так было, так есть и так будет.